Русский дом осиротел. 21 июля в возрасте 85 лет перестало биться сердце бессменного руководителя Центра русской культуры Даугавпилса Гераиды Ивановны Богдановой. Она была душой и двигателем коллектива, который 25 лет назад стал для нее семьей. Гераида Ивановна была энергичным человеком, который шел к своей цели, несмотря на препятствия, а их было немало. Но она никогда не останавливалась и шла вперед. Поездка на фестиваль во Владимир стала ее последней командировкой, но она успела воплотить в жизнь один из самых ярких своих проектов этого года – отпраздновать всем миром 25-летие Русского дома. Коллектив компании «Даутком» выражает глубокие соболезнования родным и близким Гераиды Ивановны. На 23 июля назначено собрание акционеров предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В повестку дня внесены вопросы об отзыве с должности руководителя Александра Самарина, который принял решение оставить свой пост, а также избрание нового главы муниципального предприятия и заключение договора кредитования с банком СЭП. Напомним, работой предприятия жилищно-коммунального хозяйства Александр Самарин руководил с сентября 2017 года. Городская стоматологическая поликлиника в реализации кадровой политики последует примеру Даугавпилсской региональной и психоневрологической больниц. Так, на очередном заседании финансового комитета депутаты поддержали инициативу о присуждении стипендий самоуправления будущим стоматологам. До окончания учебы студенты, которые подпишут договор с Даугавпилсской стоматологической поликлиникой, ежемесячно будут получать от самоуправления стипендию в размере 350 евро. Также городская дума будет покрывать расходы на образование студента-стоматолога, но эта сумма не может составлять более 12 тысяч евро в год. Следует отметить, что согласно условиям контракта, по завершению учебы в течение 10 лет они должны будут отработать в этом медицинском учреждении. Кроме того, 50% рабочего времени молодой специалист должен будет уделять лечению детей. В случае, если студент не выполнит условия договора, он должен будет вернуть средства самоуправлению. В Даугавпилсе завершился 5-й международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Динабург-1812», который посетили около 11 тысяч человек и который был бы невозможен без участия гостей фестиваля. Благодаря им на два дня Даугавпилсская крепость погрузилась в атмосферу начала XIX века, когда гарнизон цитадели отразил нападение армии Наполеона. Это произошло в июле 1812 года. С того знакового события прошло более двух столетий. И минувшие выходные по улицам крепости, над которой развивался исторический флаг, парадом прошли и проехали представители 15 клубов военно-исторической реконструкции из Латвии, Литвы, Польши, Чехии, России, Республики Беларусь и Украины.